Привет всем любителям английского футбола. Чемпионат Англии возвращается после паузы, связанной с кубковыми матчами. Смотрим результаты 23-го тура, турнирную таблицу, расписание следующего тура, а также обязательно посмотрим в этом выпуске список лучших бомбардиров. Итак, тур начался 31 января. Арсенал на своем поле уступает Уотфорду 1-2, Сандерленд и Тоттенхэм разошлись миром 0-0. Бернли обыграл Лестер 1-0, Миддлсбро, Вест Бромвич 1-1, Борнмут, Кристал Пэлас 0-2 в пользу Кристал Пэлас. Суонси обыграл Саутгемптон 2-1, Ливерпуль и Челси сыграли в ничью 1-1. 1 февраля Манчестер Сити на выезде разгромил Вест Хэм 4-0. На стадионе Олд Траффорд местный Манчестер Юнайтед расписал безголевую ничью с Халл Сити 0-0. Для Манчестера это уже 14-я встреча к ряду, в которой они не проигрывают в чемпионатах Англии. Сток Сити Эвертон 1-1. За Сток забивал Питер Крауч, для которого это стал юбилейный 100-й гол в премьер-лиге. В турнирной таблице чемпионата Англии Челси лидирует 56 очков. Далее за Челси расположились группами по двое команды Тоттенхэм и Арсенал, которые набрали по 47 очков, и Ливерпуль и Манчестер Сити, которые набрали по 46 очков соответственно. Внизу Сандерленд 16 очков. Следующий 24-й тур начнется уже 4 февраля. Челси примет Арсенал, Халл-Сити Ливерпуль, Саутгемптон Вестхэм, Эвертон Борнмут, Уотфорд Бернли, Вест Бромвич Сток-Сити, Кристал Пэлас Сандерленд, Тоттенхэм Миддлсбро, Манчестер Сити ждет в гости Суонси и Лестер сыграет с Манчестер Юнайтед. И список лучших бомбардиров здесь лидируют Диего Коста и Санчес из Арсенала, у которых по 15 забитых голов. На третьем месте Ибрагимович. Ставьте лайки, если это видео вам понравилось. Также пишите комментарии и обязательно подписывайтесь. Смотрите каждую неделю выпуск, посвященный чемпионату Англии по футболу.